15-й юбилейный фестиваль «Окна открой» пройдет сегодня в нашем городе, а в студии Live 78 Светлана Сурганова, хедлайнер фестиваля. Светлана, доброе утро. Доброе утро, Тимофей. Вот мы обсуждаем как раз вопрос места проживания рок-звезд, да, и оказывается, Светлана, я думаю, что вы, понятно, уже выросли, да, вы здесь, в Петербурге. Заблуждение очень многих, да. На самом деле, в Питере родилась, в Питере живу, и, надеюсь, тут же и закончу свое земное пребывание. Ну, еще рано об этом говорить. И вы никуда не уезжали, то есть не переезжали в Москву? Нет, 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 я всегда живу в Питере. Всегда сюда возвращаюсь. Ну, то есть, конечно, мы много путешествуем, мы с турами, и просто я люблю ездить в отпуск в всякие разные города и веси, но я всегда очень люблю возвращаться в Питер, и живу я здесь. А почему артисты многие в Москву перебираются? Ну, там, наверное, по их мнению, быстрее и ярче идет бизнес, в том числе и музыкальный. Больше связей и так далее, и так далее. Я считаю, что как раз для творческого человека место пребывания не самое основное является. Он должен быть там, где место, которое его питает эмоционально. Эмоционально, физически, духовно, как угодно. Вот. А все остальное уже приложится. Поэтому я была очень расстроена, когда один из моих музыкантов, с которым мы вот уже фактически 15 лет сотрудничаем, Миша Тебеньков, вдруг решил поехать в Москву, переехать, попробовать там свои силы. Была ужасно расстроена. Я, конечно, ему об этом не говорила, я все это внутри переживала. И тут я вчера узнала, что он сейчас, что он построил студию уже на Водном канале. Он все-таки решил остаться в Питере, тем более у него уже здесь семья, двое детей. Думаю, как хорошо, Москва наш, все-таки его не Питер. Во Всеволожск вот Светлана тут рассказала, что, да, переехала. Да, я построила домик не так давно, года полтора тому назад. А почему именно Всеволожск? Это очень удобно. Среди пригородов. Это очень близко. Это 9 километров от КАДа. Это дорога жизни. Для меня это очень символично. Вот. И очень приятный, милый участок. В общем, все удобно. Все как-то сложилось, все пазлы. И купила участок, построила дом. Прохлаждаюсь теперь, как мещанка. Ну вот там, во Всеволожске можно встретить Светлану Сурганову. Вы сказали, что много ездите, разумеется. Mm-hmm. И вот прошел только что большой тур концертный в поддержку альбома «Миру мир». Да. Да, около 50 городов. Mm-hmm. Расскажите, как это было, чем живет и дышит Россия? Ой, ну, дышит уже хорошо, живет, это прекрасно. В основном, конечно, приходит наша аудитория, которая знает, следят за нашим творчеством. Альбом, так скажем, во многом рефлексивный получился, то есть действительно наболели какие-то темы, о которых захотелось порассуждать. А какие? Тема мира, тема взаимоотношения стран, государств, людей. Глобально. Лирика, безусловно, тоже присутствует. Любовная лирика. То есть он такой получился достаточно широкий по своей тематике. Но то, что мы фактически никогда не делали, это вот именно какие-то общефилософские, общегражданские темы. Мы крайне редко затрагивали. В этом альбоме мы себе это позволили. Причем в плане текстовом мне в этом очень помогла наш питерский поэт Кира Левина. Вот, и большая часть текстов была написана именно в сотрудничестве с ней. Очень хорошо воспринимал народ во всех регионах, во всех городах и весях. Фактически всегда стоячий зал в конце. Некоторые песни сопровождались овациями. Уже знают эти песни, уже скачали, уже послушали? Уже знают, да? Уже, да. А вот вопрос, как раз связанный с гражданской позицией. Ну, вот как, есть какие-то моменты, когда уже гражданином ты быть обязан? Или все-таки поэт, артист, он должен вне вот этого процесса оставаться, как вы считаете? Ну, надо оставаться честным, в первую очередь, перед самим собой. И если действительно у тебя назрело, и ты готов об этом говорить, в себе это держать не надо. И назрело, да? Назрело, да. А давайте поговорим о фестивале. 15 лет фестивалю 15 лет, в этом году. Окна открой, что на нем вы как-то, ну, следите, что будет за лайнап, там, кто на нем будет выступать и так далее. Я думаю, что там будут люди, будут музыканты, которые этот фестиваль поддерживают на протяжении уже очень многих лет. Вот в их число и входим мы. Фестивалю действительно уже 15 лет. И в этом году он уже, как и в предыдущий, и в позапрошлый год, будет происходить на стадионе ЛЭМС, Петерговское шоссе, по-моему, дом 72. Так что, если у кого будет желание, время, приходите. Рок-н-ролл, питерский рок-н-ролл, российский рок-н-ролл, ближайшее зарубежье, новые имена, все это будет на фестивале.
А по поводу новых имен все-таки. Вот фестиваль проходит каждый год. Какой-то там старт дается ребятам молодым? Где они? Где они все? Куда, где они подевались потом? Ну, вообще, когда-то этот фестиваль открыл для любителей рока такие имена, как ДДТ, Пикник, Пилот, Сплин, Дети Монро и Кеннеди. В общем, было. Но вот там взять последние 10 лет. Давайте не буду браться за не слежу. Как-то погрязла в собственном творчестве. А нет мысли, ну, кому-то протянуть руку, взять какой-то коллектив, заняться продюсированием? Сейчас это модно же так сыграть? Модно. Ну, ко мне обращаются мои друзья-музыканты, им я не отказываю. В чем я не отказываю? В том, что я предоставляю свою репетиционную базу, студию 8-й Советской. Я очень дружна с коллективом «Планета В», Маша Савкина. Вот. Интерес к студии и желание там записать свой материал высказал господин Белкин, Настя Полева. Так что, в общем... Ну, так, что прям сидеть, нянчиться, заниматься пока этим... Пока нет. Нет, пока вот есть свои какие-то идеи, мы занимаемся своим материалом, в общем, это достаточно пока. Когда он иссякнет, мы займемся чужим материалом. 15 лет фестивалю «Окна открой» и 15 лет практически Сургановый оркестр. В следующем году. В 2016 году. Это масштабное празднество, наверное, планируете? Прямо расскажите. Страшно подумать. Коротко, да. День рождения, как это такое творческое испытание. Есть задумка исполнить, и давняя мечта, уж поскольку Сургановый оркестр, исполнить композиции с большим симфоническим оркестром. Вот. Это, конечно, всегда очень нарядно, всегда очень богато и дорого выглядит и звучит. Вот. Такая, так скажем, предтеча этому была программа «Игра в классики», но там был не большой симфонический оркестр, а квинтет, вот, с которым мы тоже объездили много городов. Хорошая была программа, прекрасные отзывы, и многие города, которые не смогли ее послушать, зовут, уже прошло больше года, вот, хотят ее услышать. Однако время движется вперед. Так что к 15-летию коллектива Сурганова оркестр. Я очень надеюсь, что мы создадим программу с большим симфоническим оркестром. Сурганова и симфонический оркестр. Такое ощущение, что симфонический оркестр, то с Би-2, то... Да, это уже классика. Уже прямо... Кто только не играл с большим симфоническим оркестром. Но это, говорю, это всегда нарядно, и это как действительно такое подведение итогов, некий большое такое событие, которое выводит, конечно, коллектив на несколько уже иной уровень. Классика есть классика. Ничего не попишешь. Есть интересный еще такой проект у вас, альбом военных песен. Можно несколько слов о нем? В процессе работы, уже фактически финальный этап, сведение сейчас будет. Мы создавали его на протяжении, собственно, полутора лет, двух лет. Мы очень хотели его явить миру, значит, на 70-летие Великой Отечественной войны, но успели только создать лайвовый вариант, и мы выступили с этой программой в одном из московских парков. Студийная работа, она, конечно, предполагает детальную А что, работу. Что за песня? Всем нам известно. Все известны. 10-й десантный батальон. Подборка мне сразу песен, в голову те приходит, самые, которые, да? В общем, на которых выросла я, которые любила и которые поются в кругу друзей, в караоке. Как-то Нина Ургант сразу вспоминается. Безусловно, да. Конечно, и «Катюша», 10-й наш десантный батальон. «Альон», и «Соловьи», и «Песня о далекой родине» из кинофильма «17 мгновений весны». Вот. Мы постарались сохранить оригинальные аранжировки. Партитуры было сложно крайне достать, их фактически нет. И наш музыкант Никита Межевич на слух фактически снял партитуру. Были скопированы фактически аранжировки. И... Спасибо, Светлана. Увы, время вышло. Последний вопрос. Обходят слухи, что Светлана Сурганова играла в метро на гитаре. С этого все начиналось когда-то. Было, конечно. Хорошо. А сегодня на фестивале «Окна открой». Приходите. 9:56 в Питере.